И к другим темам. Ташкентская медицинская академия – главный медицинский вуз нашей страны, готовящий высококвалифицированных специалистов. Здесь большое внимание уделяется повышению потенциала кадров, укреплению практических навыков студентов, эффективной организации учебного процесса. Этот год в вузе начался с открытия нового учебного корпуса, с условиями которого ознакомились в ходе организованного дня открытых дверей. Данное учреждение является одним из самых престижных медицинских вузов нашей страны. В настоящее время на 7 факультетах функционируют 54 кафедры, 10 направлений бакалавриата и магистратуры. Родителям и первокурсникам дана информация о проводимых работах в новом корпусе, условиях, созданных для студентов, возможностях современно оборудованных учебных и практических помещений. Мы находимся в новом здании, где созданы все условия для студентов и преподавателей, магистрантов и докторантов. Немыслимые условия, где все создано для того, чтобы обеспечить хорошие условия для учебы студентов и работы преподавателей. Электронные доски, Wi-Fi зоны, электронная библиотека. Все это будет влиять на то, чтобы наши студенты получили отличные знания по медицине. Не секрет, что сейчас наука, техника бурно развивается. И это здание было необходимо для того, чтобы в Узбекистане тоже появились хорошие врачи, которые работают в ногу со временем. Вот сегодня прошел конгресс родителей, тех студентов, которые у нас учатся. Они были в восторге от нашего нового здания и воочию убедились, какие условия созданы для их детей. Начиная уже с первого курса, студенты проходят обучение в симуляционном центре и трех лабораториях электронного микроскопа. В центре, оснащенном самым современным в Японии лабораторным оборудованием, студенты и аспиранты имеют возможность приобрести практические навыки. Я очень рад, что поступил в новое здание, мне так понравилось. Тут имеются свои отличные приспособления, новые устройства, новые технологии, такие как трехмерное моделирование. Мы можем видеть все, что угодно, все, что хотим в 3D, как будто мы видим это вживую. Также мы можем на практике просмотреть и применить собственные знания, и используя самые высшие технологии Узбекистана. В вузе продолжается работа по постоянному обновлению уровня материально-технической оснащенности учебного процесса и обогащению его новым оборудованием. Цель – повысить качество образования.